بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Читай, о Мухаммад, откровение, начиная с произнесения имени Господа твоего, который сотворил все, сотворил человека из густка крови. Возвещай, ведь Господь твой самый щедрый. Он ведь научил человека письму каламам, научил тому, чего он ранее не знал. Но нет, человек действительно приступает все пределы дозволенного, когда ему кажется, что ни в чем он больше не нуждается. Но ведь Господу твоему, о человек, предстоит возвращение твое. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Видел ли ты того, кто запрещает молиться рабу нашему Мухаммаду, как ты думаешь? А если он, то есть Мухаммад, на правильном пути или призывает к благобоязненности других? И как ты думаешь, если счел Абу Джахль ложью Коран и отвернулся от веры в Аллаха, неужели не знал он, что все это видит Аллах? Но если он не прекратит все это, то мы за волосы его схватим, за чело такого лживого и грешного нечестивца, и бросим в ад. И пусть он позовет своих сообщников, а мы же грозных стражей ада позовем, чтобы погубить его. Не слушай его, Мухаммад, а продолжай совершать молитву. И приближение ищи у Аллаха своим повиновением Ему.